Обеспечить работу прекрасно и за хорошую заработную плату, и тогда эти деньги будут уходить, потому что когда их мало, на них ничего не сделаешь, а на водку всегда хватит. Вот, а потом уж наши умельцы, это и водка не обязательно, это все. Вот, когда будет достойная зарплата, будет мотивация откладывать деньги на улучшение своей жизни, посмотреть мир, там, я не знаю, куда-то съездить, что-то еще, ну, вот это вот все. А сейчас, ну, когда их нету, ну, какая разница, 1000 у тебя в месяц или 2, ну, какая разница, правильно? Вот, и на работу не ходить, никакой ответственности, ничего. Ну, живи, наслаждайся, пока Господь не приберет. Абсолютно нужно всех, чтобы все работали и все получали деньги.